Сегодня в Action Man Алекс принимает участие в опасной гонке по небоскребам Нью-Йорка. Но вскоре Action Man'у приходится столкнуться с гигантским растением-мутантом, которое угрожает захватить весь город. Это растение – часть зловещего плана профессора Гангрена по превращению невинных людей в растения-зомби. Action Man должен уничтожить растение и его корни, чтобы спасти своих друзей и мир. Добро пожаловать на финальный раунд триатлона по городским джунглям, по-настоящему захватывающему по своему безумству. Последнее опровержение человека в 1000 футов, цельнометаллический небоскреб. Мы следим за сегодняшней частью соревнований, бросающей вызов гравитации. Великолепное время, как и ожидалось, выводит экшенмена на первое место. Этот подъем вдоль стены заводит меня. Твои шутки так же хороши, как и твой скейтбординг, экшенмен. Следи за временем, Джимми. Пришло время для открытого мира. Разве я похожа на дерево? Охладись, Фиш, все, что я хочу рассказать миру, это то, что ты ненавидишь. Захват свободен, свободное падение. Полный газ, скоро финиш. Action Man побеждает. Хорошо, скажем, твое владение роликовыми коньками намного лучше с твоих шуток. Спасибо, Джимми, думаю, да. Лой, что не так, мальчик? Наверное, от чьих-то ног пахнет вакуумной чистотой. Лой! Величайший герой из всех. Запутанный в зелени. Алой! Кто-нибудь скажет, что происходит? Это произошло так быстро? Заклинило. Другого пути внутрь нет. Всегда есть другой путь. Вертолет команды Team Extreme – верный глаз в небе. Он служит как для соревнований, так и для сражений с Доктором Икс и его Лигой Конца Света. Он может летать на супервысоких скоростях и тянуть какой-либо груз, если потребуется.
Как тут влажно. Да, как в доме с зеленью. Наверное, Алой где-то внизу. Это было странно, нам надо найти его. Хорошо, остановка команды. Никто не собирается здесь задохнуться. Это торчащий на тысячу футов небоскреб для Большого Лешего. Без паники. Никто здесь не паникует. Я просто проверю под потолком и посмотрю, смогу ли я дать старт лифту. Алекс, что ты делаешь? Это звучит не очень хорошо. Двигайтесь! Откуда мы знаем, что там нас ждет? Обрати внимание, здесь больше нельзя оставаться. Что вы скажете о доме с зеленью? Экшенмен, профессор Гангрен, я должен был догадаться, эта живая трава повсюду имеет отношение к вам. Эта живая трава скоро захватит весь город. Я контролирую растения с помощью своих мутировавших биоспособностей. Чувак. Грайндер, нет. Грайндер, ты слышишь меня? Грайндер. Что ты сделал с Грайндером, гниющий кусок травы? Он станет пищей для моих растений, как и вы через некоторое время. Двигайтесь. Я Гангрен, вы можете звать меня злым гением. Через мои эксперименты я научился контролировать свое тело с помощью химии. Одним прикосновением я могу заставить все живые вещи расти, и наоборот, я могу также легко уничтожить их. Давайте, нам нужно найти Грайндер до того, как станет слишком поздно. Эти вещи острые. По крайней мере, они не двигаются. Фиджет, держи захват. Алекс! Нет! Сначала Грайндер, теперь Фиджет. Все понятно, мы все пища для растений. Овощные удобрения, человеческая добыча для хищных растений. Спокойно, Рики, мы найдем их, я обещаю, и мы остановим рост этого растения. Но сначала необходимо найти другой путь вниз. Чудной фрукт, по меньшей мере он безопасен. Я буду всегда ненавидеть их теперь. Сюда. Мы никогда не найдем их. Нет, мы найдем. Но сначала нам необходимо уничтожить растения. Как мы это сделаем? Тем же путем, что и остальные сорняки. Направляемся к корням. Если я не потерял свой нюх, этот ствол должен привести нас прямо к основанию. Алекс, Рики! Пора валить с этой вечеринки растений.
Грайндер, что с тобой произошло? Что вообще Гангрен сделал с вами, ребята? Он заплатит. Вперед, экшн-мен. Не отвлекайся, все твои лучшие друзья сделают все, что я им прикажу. Уничтожьте его, мои щенки. Заметьте, доктор Икс, первая армия супермутантов полностью под моим контролем. Великолепная работа, Гангрен. Как печально, что друзья экшенмена стали первыми членами нашей армии мутантов. Сейчас распространи свои семена по всему городу, чтобы создать больше мутантов, на миллионы больше. Тише, ребята, это я, Алекс. Я не хочу навредить вам. Эти чувства невзаимны. Извини, Гангрен, меня не остановит какая-то капуста сегодня вечером. Алекс, мы здесь. Ребята, это действительно вы? Да, это, конечно же, мы. Твое отчество Теодор. Твой любимый цвет оранжевый. А когда ты думаешь, что никто не смотрит на тебя, ты вглядываешься в темноту, а сейчас вытащи нас отсюда. Хорошо, хорошо, я понял. Я вытащу вас из этих штуковин. Ничего не вышло, эти растения тверды, как сталь. Алекс, оглянись. Эти существа, вы видели их? Компания убийц, уничтожь их. Ничего личного, чувак. Не беспокойся об этом. Похоже на месиво из картошки. Приятного аппетита, человек-растение. Может, все вернуть обратно продавцу? Неплохая попытка, экшн-мен. Но тебе не остановить моего прекрасного выкачивающего воздух растения. Скоро весь город будет заражен миллионами моих растений. Помолчи немного. Держитесь там, ребята, у меня есть идея. Уничтожь корень, и ты уничтожишь сорняк. Алой! Хорошо, мальчик, не беспокойся. Хороший мальчик, Аллой. Теперь помнишь, что ты хотел сделать с моей клумбой?
Тогда за дело. Давай быстрее, Лой, начали работать. Я надеюсь, ты сможешь уничтожить этот побег до того, как у ребят закончится воздух. Ты вмешиваешься в мои планы в последний раз, Action Man. Если бы у меня был выбор, когда ты, член Лиги Конца Света, говоришь так. Неважно, растений больше там, где они зарождаются, и даже копая, кто может уничтожить живое в этом случае? Очень плохо, что твой яд не работает против металла робособак, но работает против твоего растения в этом доме. Очень плохо для тебя, Action Man. Того времени, что ты находился в цветке, оказалось достаточно, чтобы создать двойника. Браво, но у твоих друзей уже заканчивается воздух внутри цветочных тюрем. Алой! Сейчас приготовься узнать, что такое настоящая зеленая сила. Суперсила! Время действовать! Нет! Алой! Извините, но растения немного завяли, ребята. Ребята, просто получайте удовольствие. Нет больше гигантского дерева, наверное, тебе следует найти другое место для твоих дел. Что насчет гангрена? Он до сих пор крутится, крутится и крутится. Action Man!